Всем привет, друзья! Саня тут с Ильей и Максимом. Сегодня мы придем на баскетбольную площадку, чтобы показать парням уровень игры в баскетбол. Пойдем, покажем. Я в шоке с этого образа твоего, ты так в него входишь. Ты уроки выучил уже или нет? А надо сначала уроки учить, а потом на баскетбол идти. Мы нашли формулу, по которой можно увеличить прыжок. Вот. Я не был на этом районе еще. Я просто, ну, тут далеко, это дома, мне гулять нельзя так. Нам домой поскорее. Пойдем поиграем. Пойдемте на баскетбол, а то холодно уже. Like в команде Свитерков. Ой-ой-ой-ой-ой, что он говорит? Да ну! Мне кажется, это не физика, нифига. Брозеры, вторая часть. Два батана, двойная порция драйва. Уже по традиции заводится машина и мешает нам снимать. Вступление. Берем свой любимый напиток, какую-то вкусняшку. Приятного просмотра. Это кажется сложно на бумаге, но в игре это та же физика. Я тебя просил взять рулетку. Ты есть, взял ее? Она есть. Я ее специально купил. Парни, смотрите, мы за вами со стороны наблюдали и пришли к выводу, что если вам бросать чуть-чуть по-другому, то у вас будет процент попадания намного выше. Посрать вообще, дай сюда мяч. Ребята, вы... Только бросаете, у вас тренировка идет. Мы не умеем играть. Мы просто хотим проверить одну теорию. Ребята, а можно с вами просто 2-2, если вы не хотите слушать эти банальные формулы? Я понимаю, что это неинтересно. Может, просто поиграем? Да, нет, мы доигрываем уже, дайте 3 минуты доиграть и все. Здравствуй, я Саша. Влад. Приятно. Здравствуйте, Саша. Аня. Вы играете тоже? Ну, чуть-чуть. А вы вот. Играете? Периодически. На приставке в основном. Но выходим иногда просто в двор. На качелях кататься, там, футбол смотреть. Я был в движении. Запиши, пожалуйста, результаты. Высота кольца 303 сантиметра. 303? На мяч? Чувствую, Максим, нам будет не сильно сладко с такими бросками. Брозеры, отвлеку вас буквально на одну минуту. Хочу вам рассказать об очень интересном сайте, на котором можно залипнуть на часик-другой. Он называется UpX. По сути, это интересные и увлекательные игры, где вы можете пополнить свой счет и приумножить его в различных игровых режимах, тем самым увеличив свой пассивный доход. Все очень просто. Вот, допустим, выбираем режим Crush, нажимаем «Сделать ставку» и ждем шкалу с коэффициентом. Или можем забрать досрочно. И если удача вам улыбнулась, а это изи здесь, вы можете легко вывести полученные средства. Кстати, на UpX можно получить 50 рублей за репост, выполнив простые условия. А также крути рулетку каждые 15 минут и получай различные бонусы совершенно бесплатно. У UpX куча положительных отзывов, которые доказывают, что сайт реально работает честно. Переходите по ссылкам в описании, развлекайтесь и играйте с умом. Давай. Надо не из-под низу, а через верх. Через верх, через верх. Так больше вероятность, что мяч залетит. Давай, работай по схеме. Расставь шире ноги. Включи бедра. Я понимаю, движение непривычное для тебя, но все же. Смотри, суть в том, что мы сначала отдай людям, которые могут лучше водиться. Да он не за нас играет. Блин, Саня! Забивай. Ну не в край щита, в кольцо. Мне что-то в глаз попало, на этой площадке какая-то пыль. О! Бля, прыгает. Ого. Накрой. Хорош! Да не выигрывает, 8-5. Да ты ж там был. Какие шнурочки? Ты ведешь себя как шнурок. Смотри, Максим, наша главная цель, я тебе хочу показать, так как я рассчитал площадку, можно ли использовать... О! Он тоже не за нас. Попробуй. Ну я просто так по классу. Давай. Включимся. Нас, видишь, пустили на площадку. Давай хотим попробуем вот все использовать свои силы, давай, которых у нас с рождения как бы нет. Ну, но... Ой-ой-ой. Told her meet me in the back. That I'm fat, and she don't know how to act. When she back, I think
up on that it's a rap. I'm just trying to hit a bronze. I'm gonna take it to the back. Think she came in with a man. Показываю те формулы, которые ты мне показывал. С помощью дриблинга пойдем. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh, I think she might be a fan. Made me think twice, so I might be a spam. Oh, yeah. Might be fire. But one thing I hate is a liar. Белые умеют прыгать, я готов это доказать. I love all women. I'm 10 steps ahead when I know what y'all doing. Yeah, he a nice guy, but you won't talk to him. Unless he got cash, then you probably gon' 3 минуты назад пас отдать не могли. Чтобы больше не проигрывать, надо больше забивать. Ты читал правила? Ну, это чисто арифметика. I'm gonna take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. Oh man, I think she might be a fan. Made me think twice, so it might be a scam. Oh yeah. She called me the one, said she coming round two. Join the threes on my feet, bring the bell buzz four. Аня, правильно, да? Нет. Нет? А что если вот это вот так сделать? Спасибо. Леброн Джеймс. Классно, а ты кто? Майкл Джордан. О, Майкл Джордан, классно. Ты понял, если идешь по формуле, оно просто уже идет. Попади, Вашидой. Ты давно не отсюда. Как мы тренировались? Максим, попробуй сделать вот эту вот штуку. Что ты делаешь? Солнышко. Солнышко какое! Если ты набегаешь, ты должен забить. Держи вот так, я видел, как в этом выход был. Да. Lucky number 7, yo, meet up on A Street. Chanel number 9, got her smelling like a pastry. Now we on 10, she was rolling up a great tree. Pouring up shots, don't chase me. Oh, подстраховка. She was trying to be my bae, ain't no temper. Don't think about it too much like Sanford. Траектория движения, амплитуду движения тела, все иксы, игреки. Ну, спасибо, данки все хорошие твой. Были. Спасибо. Могу еще вот это показать движение? Давай, вот здесь. Oh. Я забил, да? Да. Потом все на самом деле просто в форме надо рассчитать. И все. Что, ты хочешь поиграть и на этой площадке? Ну да. Здравствуйте. Саша? Тима. Тима? Типа команда? We want to found some teams to play. Maybe you want to play with us? You look like you cannot play. Ох, блин, какая площадка попалась. Опа. Просто чуть-чуть нам холодно с моим коллегой Максимом, и мы хотели с вами поиграть. Оу, с первой попытки. Первый раз так. Я в команде Свитерков, да? Да. В команде Свитерков? Может, нас в одну команду? Мы просто с одной кафедры. Надо пойти домой. А, я понял. Окей, окей. Если мы проиграем, I'll beat your ass. Okay? Okay. Привет. Я Саша. Понял. Let's go, let's go. Why? Почему ты так бросаешь? Мяч, как и я, недокачанный.
А левой ты не ожидаешь. И не ожидай. Ого! Мы играем с Леброном Джеймсом. Я буду защищаться с Вероникой. Не, не буду? Нет. Понял. It's not funny. Sorry. Максим, что ты стоишь? У него рука, как моя нога. Еще раз, еще раз, ну! Что значит прыгать выше? Покажи. Вот так. Понял. Макс, защита, Макс, ну! Ты бляха. Илья, может, баскет не твое? Все, Максим, уже проигрываем, давай включаться. Проходи, проходи. О! Спасибо. Не учел. Не учел. Гравитацию не учел. Always gonna be reaching for they hit, smoking like a clip, they can never catch. Саня, чуть нос не убили. Но он остался, играй. Они не верят. Они не верят, а мы докажем им обратно. Сейчас я пробую формулу задействовать. Какую? Засун, кстати, я попробую. Проходи. Ай. Хорош. Посадил его на жопу. Flex mode with the best though, duh. That's a major key, that's a chest mode. I'm your favorite G, I think it's best, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they suck, they ain't homie, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they say. What it costs to get flea, but they style it. Без помощи консультанта. Ты самый низкий из них. Как ты это сделал? Я физику учил, бро. Можно и так? I believe in science, not in Jesus. Okay, guys, I have a new strategy. If we want to win, we need a don't lose. Туда. Ого.
все оказалось солнечным в нашей Калифорнии. Согласен. Хорошо. You filming me? Да. Человек-паук? Я Бэтмен. Ёбушки, воробушки. Думаешь, не пройду? Ё-моё, потерялся в текстурах. Проходил. Давай я попробую. Спасибо. Все случайно, ребят. Показать вот этот элемент. Через меня? Да. Вот, вот, вот здесь. Вот так вот стань. В своих научных исследованиях я пришел к тому, что закон Ньютона о гравитации — это всего лишь опция. Я беру и выключаю эту опцию. О чем он? О чем он говорит? Да ну! Ты откуда вообще? Откуда он? Диан, а можешь подержать вот здесь мячик? Пару дней назад я залипал в ютубчик и наткнулся на видео, где крупный блогер рассказывал лайфхак, как можно заработать по 10 тысяч рублей в день без вложений, играя просто на компьютере или телефоне. Я сначала не поверил, но потом попробовал и поднял десятку всего за несколько часов. Короче, вот вам подгон, делюсь этим видосом с вами. Можете кликнуть вот сюда и сами посмотрите. Пользуйтесь, пока метод еще работает. Главное, не поднимайте больше 10 тысяч в день, и все будет окей. Переходите по ссылке, смотрите, обучайтесь за нас. Брозеры, огромное спасибо за просмотр этого видоса. Собираем 10 тысяч лайков, и я выпускаю деда с цепей, с подвала, он там ждет своего часа. Поэтому вы знаете, что делать, поднажмите 10 тысяч лайков. Пока.